Госавтоинспекция реализует в Сочи комплекс мер, направленных на предупреждение ДТП. В первую очередь это проверка рейсовых автобусов перед выездом на линию на южных и северных воротах города, стационарном посту Магри и ПСУ. Особое внимание уделено междугородним и международным перевозкам. Сотрудники ГИБДД проверяют техническую исправность транспортных средств, наличие необходимой документации у водителей, соблюдение режима труда и отдыха. Также была проведена встреча с руководителями всех автобусных парков города. Обсудили проблемы аварийности и недопущения нарушений правил дорожного движения водителями. Собравшимся напомнили случаи ДТП, произошедшие в 2018 году по причине невнимательности водителей автобуса, в том числе из-за сотовых телефонов. Было подчеркнуто, что автобусы должны стоять на территории автопредприятия, а не возле дома водителя. За время операции «Автобус» инспекторы осмотрели 224 автобуса, было выявлено 14 технически неисправных машин. Всего составлено более 40 административных материалов, 10 из которых на должностных лиц транспортных предприятий.